بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد завершая إعراب этого аята нам осталось сказать والمبتدع مع خبره то есть هم فيه مختلفون هم فيه مختلفون والمبتدع то есть местоимение هم مع خبره вместе со своим сказуемым مختلفون подлежащее вместе со своим сказуемым جملة اسمية является именным предложением. Здесь надо отметить один момент. Мы читаем «джумляту нисмиетун», а не «джумляту нисмиетун». Почему мы читаем «джумляту нисмиетун»? У избежания встречи двух сукунов мы первый сукун превращаем или меняем на касру для благозвучия, плавного перехода, легкости чтения. Где здесь два сукуна? Два сукуна – это тануин на конце первого имени «джумлятун», потому что тануин – это добавление сукунированной буквы «нун», звука «нун» на конце. И второй сукун – это тот, что стоит над буквой «син» во втором имени «исмиятун». Так как и у «хамза» – это «хамзатль-восли», это соединительный «хамза», который при слитном чтении с предыдущим словом опускается, то есть не читается. Итак, «джумлятун исмиятун» – «сылятль-маусули» является придаточным предложением для относительного имени «аль-лизи». «Ла махалля лаха миналь и'араби». То есть у этого предложения, которое является придатком, пояснением для относительного имени, нет места в падеже, подобно предложению «джумлятун ибтидаия», то есть предложение, которое стоит в начале речи или нового абзаца. «Аль-айду» или «ар-рабиту». «Аль-айд», то есть возвратное местоимение в этом предложении, или как мы его еще называем «ар-рабиту», связующее местоимение, то есть местоимение, которое возвращается к относительному местоимению, показывая связь или привязывая придаточное предложение «джумляту сыля» к относительному местоимению, то есть к исму маусулю. Таким местоимением здесь является местоимение «альха» в словосочетании «фиихи». То есть относительное местоимение «аллези» и это местоимение «альха» – это одно и то же. Аллаху алам. Мы разобрали с вами относительное местоимение «аллези», сказав, что оно на месте падежа «аль-джар», исходя из того, что это имя является «над», то есть определением, описанием для слова «аннаба», которое поставлено в состоянии «аль-джар». «Анат» или определение должно соответствовать «мануту», определяемому в его падеже. Это был один из вариантов и'раба грамматического разбора этого имени. Однако есть и другие варианты, которые мы с вами, иншаллах, разберем на следующем уроке.